Сфера торговли, питания и услуг города-курорта – отрасль не градообразующая, однако в лидерах по налоговым поступлениям. Так, в краевой бюджет за прошлый год поступило 2,5 миллиарда рублей. И это с учетом непростой экономической ситуации. Позвольте от имени администрации, от имени главы города поздравить всех здесь, присутствующих в зале. Здесь собрались самые лучшие. Собрались те, которые не раз доказывали о том, что они достойны называться работником торговли. Сегодня в потребительской сфере занято почти 37 тысяч человек, и от качества работы каждого зависит настроение не только горожан, но и многочисленных отдыхающих. Ведущих специалистов отрасли отметили в этот день почетными грамотами, благодарностями главы города и городского собрания. Знака почета за трудовые успехи на благо города удостоены руководители кейтеринговой компании. Заслуга это не только моя, а определенно команды. А за 10 лет мне удалось создать команду. Мы всячески пытаемся показать, что сервис в Сочи существует, что самый лучший в России сервис – это в Сочи. С Днем торговли поздравили корифеев сферы гостеприимства курорта, ветеранов труда, воспитавших плеяду профессиональных учеников. Современные успешные бизнесмены впервые получили премии «Лидеры предпринимательства» в различных номинациях. Памятный знак учрежден Торгово-промышленной палатой Сочи при содействии районных администраций, депутатов, общественных объединений предпринимателей. Лидер предпринимательства будет отныне вручаться также работникам строительной, туристической и санаторно-курортной сферы. Галина Моисеева, телекомпания ВКТ.